Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Татьяна Кудрянова. Это наша первая встреча в новом году, так что я хочу воспользоваться поводом и пожелать всем вам, нашим друзьям, много здоровья, счастья, исполнения всех желаний, всего самого-самого наилучшего. Также хотелось бы пожелать чистого эфира и устойчивого приема наших передач. Уважаемые магнитчики по передачам Джингалан. Уважаемые радиослушатели, в рамках сегодняшнего клуба мы проанализируем вместе слышимость русской службы Интеррадио Румыния на основе полученных от вас рапортов о приеме до начала января месяца. Уважаемые диктор, во время прослушивания наших передач будет, как всегда, указано по UTC. Итак, 1 января, первую передачу дня на частоте 7330 кГц принимал в Астрахани наш постоянный слушатель Василий Каналов. Всем по составила от полной четверки до 3-4-3-3-3. Это уже в конце передачи, как написал наш слушатель, сила сигнала была вначале хорошая, однако в конце передачи прием очень ухудшился, появился шум и сильное замирание. Прием велся на приемнике модели Sanjan ATS-909 с наружной антенной в виде провода длиной 7 метров. 1 января, первую передачу дня на частоту 7430 кГц принимал в Твери наш постоянный слушатель Сергей Ёлкин. Симба составила 45444. Прием велся на приемнике Татшан ПАО-660, антенна телескопическая. 1 января, первую передачу дня на частоте 7330 кГц принимал в Москве слушатель Григорий Семенов. Симба составила 5444. Прием велся на Тексун, антенна телескопическая. В период с 1 по 4 января нас мониторил в поселке Приморская, Республика Крым, наш слушатель Владимир Андрианов. Наш слушатель прослушал первую передачу дня на частоте 7430 кГц. 7 по 4, 5, 4, 4, 4, и, как написал нам, сигнал интенсивный, со слабыми замираниями, помеха других станций нет, атмосферные помехи незначительны. Для второй передачи дня на частотах 9570 и 11985 кГц симпа составлена 4, 5, 4, 4, 4. Наш слушатель Владимир Андрианов прослушал и третью передачу дня на частоте 9800 кГц, симпо 4, 5, 4, 4, 4. Прием велся на Тексун P9012 с телескопической антенной 55 сантиметров. 2 января, вторую передачу дня на частоте 9570 кГц принимал в Санкт-Петербурге наш слушатель Константин Барсенков. Симпа составила 4, 5, 3, 3, 3. Как написал наш слушатель, для частоты 11985 кГц сигнала не было. Прием велся на приемнике R250M2, антенна наружная 7 метров. 2 января, третью передачу дня на частоте 9800 кГц принимал в Москве наш постоянный слушатель Анатолий Клепов. Симпа составила все 5. Как написал наш слушатель, с наилучшими пожеланиями из Москвы. Рад и в 2018 году слушать вашу радиостанцию, которая рассказывает о Румынии и ее народе. Я ваш постоянный слушатель, мое хобби, радиолюбительство, слушание радио. Прием велся на Дегенде 1103, антенна Деген 31МС, актив люк антенна. 2 января, первую передачу дня на частоте 7430 кГц принимал в Караганде слушатель Юрий Тимофеев. Симпа составила 2, 5, 5, 4, 4. Как написал наш слушатель, слабый и неустойчивый прием Интеррадио Румыния. Прием был нестабильным, очень плохая слышимость. Прием был стабилен только в первые 2 минуты начала эфира. Наш слушатель Юрий Тимофеев проиграл и нашу вторую передачу дня на частоте 9570 кГц 3 января. Симпа составила 2, 5, 5, 4, 4. Как написал наш слушатель, наблюдался очень плохой и неустойчивый прием Интеррадио Румыния. Было плохо слышно речь в эфире. В первые минуты прием был стабильным, а потом резко ухудшился.
Надеюсь, что в ближайшие дни прием ухудшится на 9570 кГц. Прием велся на приемнике Sony CFS500L, антенна телескопическая. 4 января вторую передачу дня на частоте 9570 кГц принимал в Ленинградской области город Коммунар слушатель Виктор Варзин. С ним по составу на 5544 штаба. Как написал наш постоянный слушатель, речь распознаваема. Прием велся на ДГН 1103 антенна Адвардс А38ЛМС, длина 5 метров. Место приема 35 километров к югу от Санкт-Петербурга. 4 января, третья передача дня, на частоте 9800 кГц, принимал Запорожье, Украина, слушатель Константин Провоторов. Темпа составила 4-5-4-4-4. Прием велся на приемнике Грюндик WR5405 с телескопической антенной. Дорогие друзья, это все на сегодня. Я благодарю за присланные рапорты о приеме замечания. Все рапорты будут подтверждены QSL-карточками. Благодарю также всем нашим слушателям, которые сообщили о получении писем и бандероли от Интерраде Румыния, а также все слушатели, которые поздравили нас с Новым годом, Рождеством по старому и новому стилю и зимними праздниками. От имени всей редакции русской службы Интерраде Румыния хочу возвратить вам пожелания и поблагодарить за красивые слова в адрес наших сотрудников. Доброго 7-3. Ваши приемники настроены на волну Интеррадио Румыния. Передача на русском языке из Бухареста продолжается программой румынской симфонической музыки.